Всем привет! Начинаем наши съемки с Енисейской 16. Заходил на почту, отправлял посылку в Красноярск и решил немножечко поснимать. На детской площадке дети. Сегодня 10 февраля. Солнечно. Наверное, вы уже догадались, что я иду на любимый карьер. Опасно. Обнесли опасный участок. Вот таким заборчиком, вообще небольшой. А солнце какое сегодня. Отсюда видно, что в Норильске дует. Дым из труб сразу стелиться начинает. Вот тут забор кончается. И как бы все на этом. Хорошая тропа, прям так отлично протоптана. Люди ходят на работу, домой. Короткий путь. Чистое, чистое небо. Вы посмотрите. Вот она, вот он, вот он. Смотрите. Собачки резвятся. Красота. Давайте сейчас с вами еще прогуляемся на смотровую. Вот не знаю, как здесь подойти к краю. Собаки носятся. Очень опасно подходить к краю, потому что здесь такой надув, называется козырек, вот, с которым можно вместе вниз улететь. А лететь тут прилично, наверное, 9-этажный дом, высота. Здесь тоже козырек опасный очень. Прям видно, что уже слетал снег. Это вот из-за последних
снегопадов нападало, так образовались такие карнизы. Все, пойдемте на смотровую. Енисейская, 15. Застекленные балконы, хорошее место для голубей, ведь они там прям нашли себе пристанище на холодную зиму. А еще есть такие брошенные квартиры, у которых открыты окна всю зиму, и голуби прямо там в квартирах живут. С вами пришли на смотровую. Какая тишина и красота. Здесь у нас каток образовался.
по ощущениям мороз, наверное, это градусов минус 25, потому что и солнце как-то так уже припекает, что в шапке не холодно, в тонкой, хотя вон шапка вся уже инеем покрылась. Я люблю Норильск. Енисейская 5. Теплые остановочки. Знаете, а вот в теньке уже прохладно. Овощи, фрукты со всего мира. Зайти что ли сюда? Проходцев 1, а или ты энтузиастов, не помню, библиотека первопроходцев 2. Детский сад, земляничка. Моя любимая 33-я школа.
я не мог не пройти сквозь этот пойду зайду, хлеб, молоко. Торговый комплекс «Северный пассаж». Работает пешеходный светофор. Видите, какое все красивое. Наконец-то. Горы. Рудная 1. В целом солнечно, но вот тут уже немножечко ветерок холодный в теньке. Такая у нас сегодня прогулочка. Ждем потепления, ждем метели, снега. Может быть, поснимаю видео 360 скоро. Давно не выкладывал такой контент. Особенно, когда снег на улице, метель. Все, всем до скорых встреч. Пока.